Жизненный путь. Каждый из нас выбирает его по-своему, и счастлив тот, кто среди тысячи дорог находит свою, единственную. Только она может привести к осуществлению самой заветной мечты. Извилистая, трудная дорога привела Дангатара в мир самого прекрасного, в мир музыки. Всегда вошел в сердце обездоленного подпаска голос народного певца Бахши, серебряный звон его дутара. Вошел и повел за собой через лишения и невзгоды, горести и неудачи. Но что они по сравнению с высокой целью служить народу? Туркменский государственный театр оперы и балета имени Махтумкули. С ним связал всю свою жизнь, свое творчество, свои надежды замечательный туркменский композитор Дангатар Авезов. Здесь, подобно Меджнуну, мечтающему о встрече с Лейли, он сливался с безбрежным морем чарующих мугамов.